Одним из наиболее перспективных направлений повышения живучести на поле боя является оснащение танка системой активной защиты, обеспечивающей перехват противотанковых средств на подлете к танку. Комплекс «Арена», созданный в КБ машиностроения «Город Коломна», является такой системой, обеспечивает защиту лобовой и бортовых проекций танка от противотанковых гранат и управляемых ракет, в том числе поражающих танк на пролете сверху. Комплекс работает в автоматическом режиме без участия экипажа. В состав комплекса входят радиолокационная станция с мгновенным обзором в азимутальном секторе 270 градусов, обеспечивающая обнаружение подлетающих к танку целей с дальности менее 50 метров. Защитный боеприпас направленного действия. Малогабаритная вычислительная машина, обеспечивающая обработку информации, поступающей с РЛС, выбор нужного боеприпаса и выдачу команд на его задействование. При срабатывании защитного боеприпаса образуется плотный пучок высокоскоростных осколков, направленный на цель под углом к земле. Попадание таких осколков приводит к поражению цели. Мы показываем вам боевую работу комплекса. Пуск противотанковой гранаты с бронепробитием до 400 мм. Граната поражена. На контрольной бронеплите отсутствуют следы кумулятивного воздействия. Пуск переносной ПТУР с бронепробитием до 500 мм. Вы видите на кадрах скоростной киносъемки фазы срабатывания комплекса. ПТУР поражена. На контрольной бронеплите следы кумулятивного воздействия глубиной менее 20 мм. Пуск тяжелый ПТУР с бронепробитием более 600 мм. Ракета поражена. На контрольной бронеплите остаточная каверна глубиной до 30 мм. Отличительной особенностью комплекса являются малые размеры опасной зоны 20-30 метров вокруг танка для пехоты сопровождения и отсутствие воздействия на наружное оборудование танка и элементы комплекса при срабатывании защитного боеприпаса. Модульное построение комплекса «Арена» позволяет оснащать им как новые, так и находящиеся на вооружении танки и БМП. Оснащение танка комплексом позволяет поднять выживаемость танка на поле боя в наступательных операциях приблизительно в 2 раза. Эффективность применения танков с комплексом резко возрастает при их применении в миротворческих операциях и локальных конфликтах. Оснащение танков комплексом активной защиты поднимает психологическую уверенность экипажа при выполнении боевой задачи без потерь.